видосик с катки перервался. И решили сделать спот у нас дома, ну, в доме. Короче, мы сейчас мешаем бетон. Здесь такая вот дыра. Купили уже такую вот клееночку. Все, вот первый вход в наш парк, так сказать. Все, берем байк. И заходим. Я был на почте, забрал вот такие три посылочки. Это, скорее всего, к камере. Сейчас распакую их на видосик по-быстрому. Так. Здесь свет постоянно отключается. Вот здесь такая вот крышечка. Это на линзу, чтобы вот так надевать. Не царапать объективчик, чтобы можно было гонять без кейсика для... без аквабокса этого. Вот. Далее. Вот это тоже в камере. Типа такая накидочка, чтобы не таскать, опять же, этот аквабоксик. Так что теперь будет так... сильненько. Еще одна. Вот, и это для крепления на грудь. Вот, чтобы когда ты едешь, было слышно звук. Ну, как ты говоришь, как я говорю. Так что вот такая вот такие вот посылочки. Буду теперь пользоваться ними. И погнал. Мы уже приехали к такому вот спотику. Короче, здесь Дима на своем велосипеде. Здесь я на своем велосипеде. Сейчас поделаем несколько крючков на видосик. Здесь очень много людей, поэтому очень сильно все бесит. Они ходят туда-сюда, невозможно сделать никакой трюк. Так что, короче, зимой кататься здесь вообще не вариант. Ну хоть где это? Упал лицом в грязь. Немножко закинуло на бочину, но ничего, есть снег, поэтому руки чистые. Иду по району, что они висят низко. И... разъебался. Ебойчик. Вот такие вот делаем трюки. Короче, катаемся. День такой себе, но нормальный. Ну ничего страшного. Все нормально, правда, Дима? Ну то и все. Ну и все. Дима близко.
Нормально. Тип нахуй. Я не курю. Сука, нахуй. Сейчас будет 0-3 с бордюрчика. Вот такого вот. Давай, начинай трюк. Йоу. Трюк на финалочку. Ванетина какой-то. Трёх. Что он делает? Подписку. Подписку на канал. А ты як, ось звітом? А? Я думаю, на плоскочі. Оп. Почти сделал. Сейчас добирает. Ну я же говорю, много людей ходят, все бесит, невозможно сделать никакой трюк. Нужно ездить по три попытки. Ебой. Подписочку на инстаграмчик Димона Петра. Здесь. Так что, такие вот трюки у нас. Йоу, ребят. Сегодня понедельник, я иду в колледж. Теперь я хожу пешком, потому что это намного полезней. Ну, типа, я как раз на диете, мне нужно будет бегать на протяжении дня. Короче, такое. Видосик скатки перервался, так как, ну, не успели доснять еще, не было желания. А сегодня мы и решили сделать спот у нас дома, ну, в доме. Короче, типа крытого парка что-нибудь. И типа сейчас, так как зимой негде кататься, мы решили сделать место, чтобы хоть где-нибудь можно было покататься зимой, получить трюки, чтобы прогресс и шел хоть немножко, хоть не забывать старые трюки. То мы решили, у нас есть такая площадь, и мы ее расчистим, сейчас я вам покажу. Ну, это займет где-то дня 2-3, может, а может быстрее, ну, может дольше, не знаю. Сейчас будем идти смотреть туда, и покажу сейчас все. Так что пошли. Вот, короче, я вышел с дома, вот. Я спускаюсь здесь, и здесь вот такая вот дверь. Мы сюда заходим. Вчера не хотел ничего снимать. Ну, типа, я вчера записывал предыдущий кадр. Но мы пришли, я был в шоке, как здесь было завалено. Но сейчас, вот там, вот это такая куча. Это все мы вчера понакидывали. Вот. Здесь такое вот помещение. Вот. Здесь нужно будет поубирать еще, но это уже такое. Это уже небольшое количество по сравнению с вчерашним. Так что будем начинать работать еще. Взяли сегодня лопаты, перчатки. Вот, после вчера еще грязные.
нету смысла стирать, только поменял обувь, потому что вчера очень сильно испачкал и очень долго их мыл, но все-таки отмыл, поэтому сегодня взял другие, чтобы забыть, они такие уже старенькие, так что как раз приступаем к работе спота зимнего. Уже 10 часов вечера, мы уже поубирали, уже достаточно так поубирали, здесь Димон, Владислав, короче, уже достаточно. Здесь нужно будет еще срезать флексом это, но это уже завтра будет. Вот здесь поубирали, здесь очень много было хлама. Еще остается завтра вот эти коробки подпалить, шутим, перенести. И уберем еще вот это все. Короче, еще немножко работы. День-два, и будет готовый спот для катания. Для катания. И зимой, и летом, и весной, и осенью. Мы уже очень устали, поэтому так запинаемся. Я запинаюсь. Все. Короче, всем пока. Всем до завтра. Всем... Не, як до завтра, блядь, куда просись. Всем до... До свидания. Всем до следующего... Короче, до следующего дня. Наблюдайте кадры с второго дня. Погнали. А мы погнали домой кушать. А не, не кушать, пить воду и спать. Это уже третий день, который мы убираем. Сейчас покажу, что мы за вчера убрали, потому что сейчас свет немножко видно будет. Вот здесь вход, здесь заходишь, вот такая вот куча. Там наша рейла, вот она. Сейчас, вот рейла, она там, нужно будет ее еще сегодня вытащить. Вот эта куча, которую мы вчера закинули. Здесь просто полно всего. Здесь, правда, капает, ну, немножко. Как немножко капает, но будем что-то думать с этим. И вот то, что мы вчера убрали. Ну вот, это по сравнению с тем, что было, очень круто. Остались здесь такие вот коробки. Нужно будет убрать. Вот, и еще... Немножко здесь поубирать. И вот здесь. Этот мусор. И все. А так топчик. Так что идем дальше. Убирать, чистить, а потом уже кататься. Уже 9 вечера. Мы уже сегодня немножко поубирали. Вот. Прожектор светит, потому что света нету. Вот. Сегодня достаточно много... Работы сделали, можно сказать, практически все. Типа одну территорию вычистили. Так что сейчас покажу вам, что мы сделали. Здесь Владислав, Димончик. Помощники сегодняшнего дня. Вот. Такое вот помещение. Мы, короче, пол вычистили уже полностью. Вот. Там стоит рейла. Вот. Такое вот здание. Здесь вырезали еще коврики, чтобы было хорошо. Убрали там ящики. И вот такое вот помещение. Вот еще с этих материалов мы построим, может, какой-то кикер или wallride, какую-то стенку. Ну, будет еще видно. Так что... На сегодня мы сделали столько работы, поэтому еще немножко поубираем. Взяли еще эти метелки, будем мести. Так что погнали. Короче, мы сейчас пекарки. Короче, мы сейчас мешаем бетон. Здесь такая вот дыра. Мы нашли вот цемент. Сейчас немножко еще снимай песка. Вот песочка, чтобы было все густенько. Здесь смесь гипса, цемента. Мы еще никогда не делали.
подобного. Это первый раз, когда мы что-то заливаем. Что, закидываем сюда? Или идем поравняем? Давай сюда. Ну, давай сюда. Заливаем. Какой хороший вышел. Короче, и наверх тупо ставим эту. Где это? Дошка. Дошка. Ставь большую дошечку. И все. Просто ставим, потому что нам не хватит. Мы еще идем поравняем. Вот так сделаем. Здесь, короче, яму потом, если что, заделаем. А сейчас идем. Вот здесь немножко. Еще. Мы уже здесь заделали. Первый раз мешали. Ну, принеси этот маленькую дождь. Так. Мы берем и разглаживаем. Да? Так. Почти четенько. Шпателей у нас нет, поэтому воспользуемся подручными средствами. Плоховато выходит, но ничего. Так. Вот. Ну, главное, чтобы ям сильных не было. Еще немножко залей. Сюда вот. Вот. Вот так. И сюда. Вот так. И вот так. И вот так. Так. Все более-менее четенько, еще идем. Вот так. Ты снимай ровно. Так, все четенько. Еще здесь. Здесь нужно вообще немножко, потому что мы уже залили. Оно, можно сказать, уже высохло. Очень быстро. Так. Мы здесь давали камешки. Щебень. А следующий, второй раз, когда мешали, то дали только песок. Песок, гипс и воду, и цемент. Поэтому все четенько. Эти камешки на бок. Так. Все. Это сюда. Так. Так, у нас, наверное, закуска немного вышла, потому что... Или он уже застыл. Так. Это забираем, это мы уберем. Вот так. Вот так. И выкинем через окно. Все, вот такие вот мы мастера. Еще немножко сейчас залеем в эту дырку, что было. Может, кинем туда арматуры кусок? А не, пробьем колеса. Быстро среагировал. А здесь уже практически ничего нет. Так что, сделаем. Вот,
даже нету смысла. Так, и нужно еще какую-то лопатку, чтобы все здесь. А, сейчас возьмем перчатки. Лопатки у нас нету, поэтому берем перчатку. Так. Так, надеваем перчаточку. И берем все до единиц. Оп. Супер, супер. Перчатки можно будет выкинуть, но ничего. Так, мы еще сюда, не подкладем, потому что там цемент, может, оно уже как-то застыло. Так, берем песка. Строители, конечно, мы хорошие. Ну что, поделаем. Так, это сюда. Так. 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 И сюда. Уже все поприлипало к рук. К рукам поприлипало уже все. Так что берем, зацементовываем эту дощечку. Или дошку. Не знаю. Так, и пошло, супер. Так, чтобы было все ровно. Мы же ровные ребята. Так. Оп. Так. Супер, супер. И все, еще немножко выгребаем. Владиславу почему-то смешно. А ну, почему тебе смешно? А? Это скажи, почему? А? Смешно просто. Да чего? Почему? Почему тебе смешно, Ваня? Перчатки жалко. Перчатки? Так. Перчатки — это такое. Жалко цемент. Потом, если это цемент еще, мы до конца не знаем. Взяли мы цемент или гипс, может, это клей. Не знаю. Но цемент. По факту пахнет как цемент и выглядит как цемент. Так что мы вроде на правильном пути. Путь к про. Путь к про в первом DIY скейт-парке, вообще скейт-парке в Ужгороде, а DIY, наверное, в Закарпатье, или нет, или да, уже без разницы. Все, ставим палку, пусть прижмет, и все, пусть стоит. Если что, зальем потом еще немножко цемента, но уже не сегодня. Сейчас мы собираемся и идем домой. Все, к следующему дню. Мы, короче, сейчас пришли в эпицентр, купили кнопки, клеенку, потому что там окна такие. Ну, вы видели эти окна. Нужно будет их заделать. Я сейчас с Димоном. Так что уже потратили 130 гривен. Но будем делать все, чтобы было нормально кататься. У нас сегодня очень холодно, выпал снег, поэтому мы все в частно делаем. И думаю, уже завтра можно будет кататься. Мы сегодня еще доделаем, и все будет топчик. Вот, купили уже такую вот клееночку. Так, ну что, мы вчера уже, короче, все сделали. Натянули пленку, правда, оказалось, что мы ее купили немножко за тоненькую, ну как немножко. Короче, из-за того, что ветер дует, оно очень сильно колебается и постоянно такой, короче, постоянно жесткое натяжение, и оно может со временем порваться, не знаю, мы вчера прибили,
ну, я уже, у меня уже не было сил что-то делать, потому что, ну, я уже думал, все, ладно. Короче, вчера вроде бы все доделали, сейчас пойдем уже кататься. У нас сегодня минус 10 на улице, поэтому, ну, мы как раз успели, ну, там будет примерно минус 5, ну, где-то так. Мы еще разогреемся, сделаем разминочку, и можно будет нормально покататься. А сейчас я одеваю защитку, разминаюсь, звоню Диме, и можно будет идти. Все, вот первый вход в наш парк, так сказать. Все, берем байк и заходим. Так, здесь у нас коврик стоит. Так, вот то, что мы вчера поставили пленочку. Ну, типа здесь снега нет, это уже плюс. И вот клееночка. Сейчас мы ее немножко еще поправим, чтобы так не дуло. Вот так, и это сюда. А так топ. А еще вот скобки повылетали. Сейчас их поставлю. Так. Эту. Все, запхал. Теперь еще нужно взять и здесь. Че не надо, чтобы оно так не шаркало. Короче, оно очень сильно вчера кидала, была дырка, все-таки не разорвала, мы ее немножко сюда вставим одну скрепку, и все, и пусть это стоит здесь. Так что вот такая вот территория, здесь рейла, мы сейчас ее поставим сюда и уже будем кататься. Ну, типа места есть, думаю, достаточно, чтобы хоть как-то прогрессировать. Не слишком тепло здесь, ну, в меру тепло. Ну, нормально. И место более-менее. Так что, так, будем сейчас разминаться и кататься. Такой вот байк. Мы немножко уже разомялись. Сейчас сделаем пару трюков, поставлю камеру сюда. Немножко поснимает. Здесь лед. Чуть не упал. Так что кататься можно. Будем немножко еще кататься. Еще что-то сейчас посниму.
Все, поставили Мирейлу. Вот. Учимся гриндить, потому что это жизненно необходимо, так как без гриндов ничего не выйдет. Сейчас сделаем несколько трюков. Мы типа играем в байк, но не на буквы, а просто учим гринды. Короче, смотрите. Блять. Разгон маленький, поэтому сложно. Типа не на всю рейлу, а только на часть ее. Можно запрыгнуть нормально. А я сейчас уберу на рейлу туда. Куда? Туда. Выбрала. И хочу здесь центр. Я буду делать, чтобы выйти. Блядь. Типа не так, но нормально не буде, бо... Розгона такого нема файна. Але так зможеш просто більше. Дейте. Ну так. Типа звідки не можна. То це довше. А це. А то не буш. Типа два нормальні питання. Так, не добре. Поделали немножко трюков. Здесь играет музыка. Так что сейчас еще покатаюсь без камеры. Потому что, чтобы не разродилось. Все, мы уже накатались. Так что уже иду домой. Этот видосик как раз уже подходит к концу. Итог такой, что хорошо, что сделали место
Хоть где-то можно будет покататься зимой. Так что, наверное, завтра еще пойдем. Мы там сделали еще разгоночку. Я уже не снимал, так как хотел уже просто покататься, потому что уже неделю не катался. У меня было, что я раз выехал за неделю, потом две недели пропустил, покатался, поехал в стрей, потом опять пропустил неделю, вышел, была хорошая погода. Теперь опять прошло полтора недели, мы это все расчистили, покатались, и теперь уже топ. Так что все ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите, что вы хотите увидеть в нашем парке. И пишите предложения, что можно сделать, какие фигуры. И мы учтем и, возможно, сделаем. Так что всем пока.